это не просто место. Это супер место, сейчас покажем. На первый взгляд что-то неприметное. Да? Но не было бы здесь столько машин, если бы это было просто обычное место. Пойдемте. Кстати, это мечта Виталика. А людей-то сколько? Батюшки. Друзья мои. Вот, собственно, ради чего мы сюда приехали. Это Аль. Мы тут почти вдвоем. Куда мы едем? Такая толпа. Ну что, Виталь, что за реки-то сошлись? Чуя и Катунь. Катунь синяя. Вы ее определите? Она была бы, конечно, она сейчас вот эта, грязноватая. Так она такая голубая-голубая. А это, возможно, чуя. Фоткаться будем? Ну, прикольно же, смотрите. Да, прям четко видно. Ну? Осуществили мечту Виталика, но и мою заодно. Ну, впечатляет, впечатляет. Высота впечатляет, красиво все на самом деле. Сейчас сделаем пару фотографий, пару сотен, чтобы я была красивая, худая и все такое. И вам оставим на память. Начинаем? Да, начали. Друзья мои, пока я сижу и еще не встала, возраст у меня уже не тот туда-сюда прыгать, я, конечно же, хочу запечатлеть себя вот здесь, на видео, чтобы и самой пересмотреть, и вам показать. Но реально красиво. Что я могу сказать? И вот здесь, ты посмотри, ведь все ушли. Вот все ушли, и мы остались вдвоем с Виталиком. Это специально, чтобы я смогла поймать силу. Вам энергия, добра, энергию вам передаю. О, хорошо. Все, я чувствую. Да? Виталь, ну конечно, видео я не могла. Да. Ну давай, расскажи. Про что? Ну честно, тебе нравится? Ну конечно, нифига себе. Ты впечатлен? Да. Ребят, конечно, впечатлены. Мощь. Чувствуется мощь. Особенно почувствовалась мощь, когда мы здесь. Практически одни остались. Вот одна девушка. И все. А толпа какая была. Бирюзовый, бирюзовый. Да. Очень красиво. Масштабы, масштабы. Шикарно. Просто шикарно. Я построила такую красоту. Это как раз там, где сходятся две реки. Здесь наверху, где мы ходили смотреть. И рядышком нашла чабрец. Вот он. На чай сорвем, Виталь? Пару веточек. Нам хватит. Угу. Настоящий. Чай. Как он пахнет. Да. Как... Да, сразу же запах. Моментально такой запах, угу. Он пошел. Класс. Ой. Сделаем чай. Шик.